Один брат у нас рассказывает, в Денвере живет. Говорит, я работаю на работе с тремя сотрудниками своими по служению в церкви. Их четверо братьев, они верующие, а начальник, босс их, неверующий американец. Ну, неверующий вообще. И они долгое время работали, они уже друг друга знают. И этот начальник знает, что эти братья, эти его рабочие в пятницу не едят. Вот. Ну и у него такое доброе сердце было. Время от времени он, бывало, там, то мороженое привезет, в любой день, то пиццу привезет. И вот однажды брат говорит, он сейчас работает с молодежью в Сакраменто, я, говорит, решил побыть в посте в среду. И никому об этом не сказал, даже своим братьям. Это моя личная нужда. Приехал на работу, и вдруг заходит наш босс вначале и говорит, ребята, все на пиццу. Ну, те пошли. Говорит, а я не пошел, потому что я в посте. Вот. Ну и он говорит, все на пиццу, поворачивается ко мне и говорит, а ты не будешь есть, потому что ты в посте. Говорит, я не понял, я вообще никому не говорил. Те едят пиццу, и это меня заинтересовало. Я подхожу, потом говорю, откуда вы знаете, что я в посте? Говорит, так ты злой, когда в посте. Вот, ты плохо работаешь. Значит, дорогие, умой лицо, помажь голову твою, будь как все, как правильно поститься. Вот, выгляди бодреньким, не надо как бы. Ну, это одну деталь к посту.